Вітаю тих, хто щойно долучився до нашого ефіру. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю, і мене звати Артур Терещенко. Мало інформації – погано. Забагато – теж нездраво. Дев'ятий канал користується перевіреними джерелами, яким самі довіряємо і можемо сміливо рекомендувати глядачам. Готова Дніпропетровщина до зустрічі з коронавірусом? Не готова. Семеро людей на підозрі чи 77? Давайте не вигадувати, не створювати жахалок, а тримати дистанцію не лише в транспорті чи крамниці, а й в інформаційному просторі. Сьогодні мій гість – головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Сергій Анатолійович, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що знайшли змогу, попри напружений графік, багато питань до досвідченої людини – в білому халаті. Почнемо з головного. Карантин в обласній клініці. Як зараз він працює? Дуже напряжено. Ми стараємося зробити все можливе, щоб люди, які до нас звернулися, могли знайти ту необхідну допомогу, яка сьогодні їм потрібна. Ми спеціально створили центр. Ми його назвали Мечниковий телемедицинський центр. COVID-STOP. Для того, чтобы каждый человек, который может позвонить, смог получить достоверную информацию, куда обращаться, что делать, какие шаги предпринимать, чтобы решать вопросы профилактики, лечения, если необходимо, госпитализации. И уже на этот центр позвонили сотни людей, которые из разных уголков нашей страны, даже не области, звонят из Киева, звонят из Запорожья. Интересуется по информации, как жить дальше. Все это очень важно, потому что недостаток информативности зачастую дает в сердцах людей такой тупик, который вызывает страх. И именно специалисты, именно медики, именно люди, которые сталкиваются с инфекциями, плюс психотерапевты, они поясняют, что тупиков нет. Есть нормальная жизнь, есть специальные ограничения, которые ввели руководители страны и руководители области. Эти ограничения позволят многим не заболеть в первую очередь. Ну а кто уже заболел, обязательно расскажут, где лечиться, какие обследования делать. Хто може поставити діагноз? Мабуть, одне з головних питань, от дивіться, людина відчуває, що має проблеми зі здоров'ям. З якою проблемою потрібно їхати без роздумів, а з якою краще поріг не переступати будь-якого медичного закладу? Якщо ви приїхали з той же Італії, або з інших міст, або з того ж Китаю, де великі числа людей заболівших, вот именно коронавирусом, вам просто необходимо при повышении температуры поехать к врачу и провести все необходимые исследования. У нас это проводит инфекционная больница на Канатной, это 21-я больница, все ее знают. И вот именно там надо провести обязательно все обследования, побыть дома на карантине. Для того, чтобы зрозуміти, чиє цей... Да, это очень необходимо. Самая главная задача в период эпидемии – разорвать цепочку передачи вируса. И тогда заболеет как можно меньше людей. Если мы будем встречаться на стадионах, в кинотеатрах, в ресторанах, если мы будем проводить какие-то митинги, где будем общаться очень близко, людей заболеет очень много. Мы это знаем и просим всех, кто имеет такую возможность, особенно пожилых людей, потому что именно именно коронавирус больше всего бьет тяжело по людям пожилого возраста, которым больше 70. Количество смертей, которые были определены в других странах, у людей, как правило, с возраста 70 лет. И мы просим всех, даже кому за 60, если у вас есть такая возможность, обязательно быть дома. Рішенням Кабміну майже в усіх лікарнях нашої держави скасовані так звані планові операції. Так, що ви скасували, що відклали, а що буде відбуватися терміново? Більше половини лікарні сьогодні закрита і працює тільки ургентне відділення. У нас лікарня в цілому хірургічна і
все отделения, которые у нас терапевтического профиля, по сути, полностью закрыты. Работает неврология, там много инсультов поступает. Работает пульмонология, потому что есть пневмонии поствирусные. И есть другие отделения, где просто необходимо людей спасать. Реанимации, это экстренная хирургия, потому что травматология, нейрохирургия, куда привозят тяжелейшие травмы. Вот именно эти отделения, они работают. И вот только за сегодня сделано больше 50 операций в ургентном порядке. Це вже після того, як... Да. Там отложить нельзя операцию. Вот именно надо ее сделать сегодня, потому что человек погибнет. Вот эти подразделения наши работают в полном объеме. И мы сегодня даже где-то чувствуем дефицит кадров, потому что не все могут доехать, особенно сестры, которые проживают за городом. И, конечно, бы хотелось, чтобы этот вопрос вот именно по доставке нашего персонала как-то решился. Я... А чи чуют вас? Да. Очень важно, регионы, что сегодня все руководители области и председатель областного совета, и руководитель администрации, и департамент, они нас спрашивают, а что необходимо сделать для того, чтобы мы вот этот этап диагностики и лечения коронавируса прошли достойно. И губернатор, когда последний раз был в больнице Мечникова, это несколько дней назад, проведав всех раненых, переговорив с их близкими, женами, мамами, проинспектировал подготовку Мечников на период большой эпидемии коронавирусной инфекции. Он остался доволен, однако у нас были пожелания, чтобы дополнительно были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, которых нам не хватает около 30. И губернатор, знаете, очень твердо сказал, что эти все вопросы будут решены. И все, что касается здоровья днепропетровщан, он берет под свою опеку. Очень важно, чтобы руководители области знали всю информацию. И для этого мы создали по их инициативе этот центр, который сегодня рассказывает, какие вопросы больше всего беспокоят людей. Хтось з ваших заступників навіть назвав його коронахол, так? Мабуть, скребець пошуткував. Ну, це добре, коли є час, незважаючи на... Це дійсно стало от таким, знаєте, прем'єр-холом, в котором люди получають всі необхідні відповіді. Коронахол можна по-разному, или ковід-стоп, по-разному назвати. Головна суть цього центру, що кожен чоловік, який може позвонити, получить необхідну інформацію. Наступне моє запитання так чи інакше стосується поранених. Ви сказали, що губернатор кілька днів був у вас, дивився. А як зараз? Ну, будемо сподіватися, що поранених не буде. Але якщо вони будуть, як відкриють кордони області? Однозначно, що стосується ранених. Ранені бойці, там наші діти, які попали в трудну ситуацію, независимо на все преграды, надо им ограничить возможности общения для того, чтобы они прибыли в больницу Мечникова. У нас есть специальное закрытое отделение реанимации политравмы, где находятся только эти бойцы, которым необходима эта помощь. Именно при отделении реанимации есть операционная, которую мы специально сделали для того, чтобы на случай эпидемии мы могли оказывать этим ребятам помощь. Все, что им необходимо сегодня, мы эти вопросы решаем с руководством области. Ну, але доставити до вас. Доставка этих раненых будет налажена, обязательно налажена, или вертолетом, или специальным транспортом, для того, чтобы в тех полевых условиях, в которых они находятся, мы все понимаем, вот высокотехнологичную помощь оказать нельзя. А вот здесь, в больнице Мечникова, мы можем это сделать и сможем ограничить круг контактных, чтобы не болели другие, если в случае у них будут какие-то дополнительные заболевания, в том числе и вирусные. Дуже важливо, чи все ж таки надаватиме лікарня імені Мечникова допомогу інфекційним хворим?
есть такая договоренность и с департаментом здравоохранения, что если будет рост эпидемии именно в Днепре, если инфекционная больница не сможет справляться, мы сделаем все возможное, чтобы один из корпусов больницы Мечникова был перекрыт именно для оказания помощи больным с вирусной инфекцией, в том числе с коронавирусом. Людям надо помогать. Мы, днепропетровцы, другие, мы не будем по больным и раненым бросать камнями, если они заболели. Мы будем делать все возможное, чтобы они получили помощь своевременно именно у нас в городе. Поверьте мне, что сделаем это достойно, вместе с властью, вместе с волонтерами. Мы это уже проходили и точно знаю, что вот именно в Днепре, в больнице Мечникова, эта помощь будет оказана в полном объеме. Скажімо так, запобіжні заходи. Да. Ви керівник великого підрозділу медичного, ви батько, ви фахівець в цій сфері. Що потрібно зробити, аби убезпечити своїх рідних і близьких? Ну, в першу чергу, я розказую це для всіх і хочу, щоб розуміли, гігієну ніхто не відміняв. Обов'язково. При возможности обязательно. Вот я ношу все время с собой салфетки спиртовые, которыми протираю руки. Не стесняйтесь, протирайте руки. Если есть контакты у вас с больными людьми, обязательно маска. Маска – это как носовой платок для приличного человека. Вирус живет на поверхностях, на руках, и надо максимально все сделать, чтобы ее исключать. Что для этого надо? В первую очередь, обязательно мыть, протирать руки. Второе, гаджет, где мы работаем с пальцами, ручки дверей. Все это может быть переносчиком инфекции. Очень прошу всех, без паники. Только без паники. Вот максимально выдерживать все эти правила. Поверьте мне, если мы будем все вместе не нарушать карантина, рост заболеваемости в Днепропетровской области будет низким. Все для этого продумано. Первое. Если вы идете в магазин, если есть такая потребность, особенно это касается пожилых людей, обязательно оденьте маску. Обязательно не дотрагивайтесь до лица руками. Понимайте, что если человек чихает возле вас или кашляет, разброс мокроты где-то 1,5 метра. Вот это то безопасное расстояние, на котором надо находиться. И очень важно, чтобы мы понимали, что инфекция присутствует, и то, что у нас выявили одно количество людей, а может быть совершенно другое, это фактор тоже понятный для всех. У нас будет тест-системы уже на следующей неделе, и мы будем больше определять, я понимаю, самостоятельно, что... без залучения столицы, так скажем? Да, и там, где мы будем больше определять, будет больше и выявлять. И чтобы не допустить роста эпидемического именно в нашем городе, в нашей области, надо сегодня выдерживать карантин. Дивіться, дуже важливо. Ну, 3 квітня, але розуміємо, що, скоріше за все, буде подовжено. Хтось із закордонних фахівців каже, літо, немає літа. Скоріше за все... Вірусні інфекції завжди, вони підвластні температурному фактору. Обычно при переміні температур вірусні інфекції или падают или растут. Этот вирус, коронавирус, мы мало знаем, он мало изучен. Мы надеемся, что при повышении температуры он будет проходить ровно так же, как и другие вирусы, как и птичий, как свиной грипп. Это разновидность гриппа. И здесь надо понимать, что сезонность обязательно будет присутствовать. На столе листівка, с якою вы пришли в студию, да, 9 каналу. Что там? Это Мечниковский телемедицинский центр, в котором сидят наши лучшие врачи больницы Мечникова. Можете зараз взяти в руки, а наши операторы сфокусируются. Которые консультируют всех людей, которые желают получить информацию. Любой может позвонить, спросить, ему дадут ответ. Важный фактор, еще раз, чтобы
не быть в психологической зависимости не только от вируса, от тех своих, как говорится, придуманных последствий, а зачастую люди больше придумывают, и делать правильные действия. Не так багато часу залишається, ви людина позитивна, і пропоную саме на позитивній ноті завершити наше спілкування. Ваші особисто поради і ваш прогноз. Мой прогноз положительный, что при всех мерах предосторожности это обыкновенный грипп, к которому надо относиться, конечно же, с уважением, с большущим, делать все возможное, чтобы не заразиться в этот период, и обязательно стараться соблюдать правила гигиены, хорошо кушать, повышать иммунитет, не забывайте за витамины, у нас весенний период, и при возможности быть на свежем воздухе больше. Ну, не в кругу большого количества людей. Это еще раз хочу повторить, потому что сейчас много бабушек выходит на детские площадки, и я понимаю, что там будет обмен инфекциям. Вот сейчас воздержаться, гуляйте, но постарайтесь, чтобы ближайший ваш товарищ был 1.5-2 метра от вас. Мабуть, останнє запитання. Якщо вже має людина підвищення температури, коли потрібно бити на сполох? Ну, тобто, ну, які кордони? В першу чергу, якщо у вас температура вище 38, і якщо вона не збивається парацетамолом і другими жаропонижаючими средствами, в течение 2 днів треба одразу ж обращатися к своєму врачу, сімейному врачу. И дальше уже искать контакты для того, чтобы получить всю диагностику по коронавирусу. Потому что что нам надо исключить в первую очередь? Коронавирус для того, чтобы получать правильное лечение. Хотя специфического лечения нет на данный период. Но есть банальное лечение против гриппа, которое во всех странах уже помогло. Так звані протоколы, так? Да, которые во всех странах помогло. И нам особенно необходимо сегодня в первую очередь помочь тяжелым больным, потому что в 70% случаев по статистике этот коронавирус проходит, скажем, в ситуации, когда симптомы заболевания не выражены. И вот здесь надо обратить внимание на тех людей, которые уже заболели, которые приехали с Европы и которые держат высокий температурный характер заболевания. Вот те люди должны получить максимальную помощь. Сергій Анатолійович, я дякую вам за те, що знайшли змогу і завітали до нас. І пропоную, принаймні, раз на 2, можливо, на 3 тижні з'являтися у цій студії, в якійсь мірі заспокоювати наших громадян, давати важливі поради, адже обізнаний – це озброєний. Я дуже люблю наших дніпровців і готов рассказывать то, что знаю, то, что уже видел. И обязательно советую всем пробовать только те методы лечения, которые проверены. Сейчас много появилось не очень честных людей, которые предлагают и лекарства, и какие-то снадобья, и какие-то рецепты. Очень прошу вас, врач, который пролечил сотни людей, а может тысяч, ваш лучший советчик. Дякую. І пильнуйте за своїм особовим складом. Дякую. Ще раз дякую за спілкування. Ну а глядачам нагадаю, у нас у гостях був головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі в п'ятницю ввечері.